шпионов много с английской стороны. Откуда ты знаешь, что много шпионов? Они светятся. А, ты сейчас их видишь, да? Все, понял. Да. Почему ты знаешь, что это с английской стороны? Да-да, они. Не с немецкой. Да-да. Канатами туда идут. А, понял. Лондон. Туда это куда? Так, а в Лондоне что у нас? Королева. Может, все-таки не английский, а просто ее. Да. Служба внешней разведки ее. Шпионы ее. Хорошо. Награды какие-нибудь свои помнишь? Есть? Были? Да, много. Какие, например? Вся грудь цветная. Я пытаюсь рассмотреть, а знаешь, как вот так раз. Глаза отводит. Кто? А Родион. А, почему? Скромно. Ну, за что награда? Воспоминай. Говорит, что считаю, что незаслуженным. Курск, дуга, заслуженная награда. Что ты знаешь о генералах Второй мировой? В этой жизни что помнишь? Ничего. О них не помню. В каком звании был Курская операция? Генерал, командующий дивизией. Какой дивизии-то? Тяжело, Илья, не могу я видеть. Почему не открывается? Сам делаю. Посмотри, да. Во многом сам.
Смотри, где на памяти что, какие скобы, что мешает. Знаешь, идет, как я сам закрыл. Да. Память. Тот фрагмент, тот период жизни. А теперь прокачай энергии вот из тебя сейчас в туда. Ты как реально блокируешь. Ты иди, смотри. Я вот с ним разговаривал, он говорит, что он не хочет, чтобы его жизненный путь был примером. Он не считает его достойным. Ну хорошо, почему? Пусть не будет примером, но память там возможно сохранить. С собой-то можно пообщаться. Обычный рядовой человек. Он показал кучу фрагментов нехороших, связанных с войной. Голодные солдаты, грязные госпиталя. Да. И они в таких условиях выстояли, выжили. Посмотри, ставка Гитлера. Хоть один генерал есть, не масон. Два, что ли? Случайные. Ставка Сталина. Рядовые генералы и выше. Все не масоны, один. Угу. Один, и то он не посвященный, как на них. Угу. Сориентирован на них. Да. Ну, про избранную национальность тоже нет смысла говорить, сколько там и сколько тут. И ты говоришь, разницы нет. Может, все-таки есть какая-то разница? Вектор. Конечно, есть. Угу. Раз он тебе покажет, пусть покажет конец пути. Должность, звание, место.
Когда как умер? Почему? Где у него усталость, скажем так, и блок давления, напряг, темнота на сознание? Сердечная чакра и корона, голова и грудь. Это ты, так что ты можешь убрать, если хочешь. Не давил, не мешал. Колодец, мама. Еще раз, чего? Какашки, я говорю, все в колодец, в люк. Куда хочешь. Это, во-первых, не какашки, это память. Во-вторых, ну да, можешь скормить пантеркам. Тяжело, Илья, я не хочу больше сегодня ничего. Угу. Говорить. Ну, имя ты нашел. Вспомнил. Можешь погуглить. Кто участвовал в Курской операции, кто после войны был за Уралом. Ты твою фотографию увидишь и поймешь. Да. Копия. Как этот опиздал. Один в один просто. Товарищ Жуков, так и ты. Жуков уж хорош. Такой же тупой. Ну, это не в обиду. И четвертый. Он скорее не тупой, он скорее просто бесхитростный. Да, вот как 5 копеек примерно. На этом же уровне. И это хорошо, и слава богу. Это не тупость, это да. Открытость человека. Да. Ну и посмотри на товарища Берию и сравни с тем. Тоже копия. Да, если Диму побрить. Но это со временем выпадет, да, и очечки делают. Один в один. Хотя национальность совершенно другая. Да. Ладно, отбой. Чини компы. Добра. Благодарю. Добра.